Привет, друзья! Сегодня мы погружаемся в мир Galaxy Tab S10 Ultra, чтобы рассказать вам о скрытых фишках, которые могут полностью изменить представление о планшетах. Этот мощный девайс не просто устройство для развлечений, а настоящий инструмент для креативности и продуктивности. Поехали! Начнем с Dolby Atmos. Знали ли вы, что эта функция на Galaxy Tab S10 Ultra изначально отключена? Без нее вы не раскрываете весь потенциал звука планшета. Dolby Atmos добавляет объем и глубину, создавая эффект погружения. Чтобы активировать ее, зайдите в настройки, звуки и вибрация и выберите качество звука и эффекты. Включив Dolby Atmos, вы можете выбрать оптимальный режим для себя, будь то кино для фильмов или музыка для любимых треков. Почувствуйте, как звук оживает вокруг вас, словно в кинотеатре. Далее поговорим про функцию «Контекстные действия» для S Pen. Это удобная панель, позволяющая быстро получать доступ к заметкам, рисованию и другим инструментам. Чтобы настроить панель, зайдите в дополнительные функции S Pen и включите «Контекстные действия». Теперь вы можете добавить на панель те ярлыки, которые часто используете. Хотите больше креатива? Подключите живое сообщение или Pen Up. А для удобства в работе добавьте Smart Select, который поможет быстро копировать и делиться информацией. Все, что нужно, у вас под рукой. А теперь познакомимся с суперудобной функцией «Обвести и найти». Она позволяет искать информацию по тексту или изображению одним движением. Достаточно обвести нужный фрагмент с помощью S Pen, и планшет автоматически начнет поиск. Это идеальное решение для быстрого доступа к данным, без необходимости копировать текст или переключаться между приложениями. Следующий шаг – немного магии AI. Galaxy Tab S10 Ultra предлагает ассистент заметок с искусственным интеллектом, который упрощает структурирование и оформление записей. Ассистент помогает автоматически форматировать текст, создавая заголовки или списки, а также предлагает до 5 вариантов оформления, чтобы сделать заметки максимально удобными и профессиональными. Хотите быстро создать сводку по длинному тексту? Ассистент справится с этим за вас, а также проверит орфографию и даже переведет заметки на другие языки. Для тех, кто увлекается рисованием, у Tab S10 Ultra есть еще одна полезная функция – эскизы с AI. Сделайте простой набросок и выберите один из множества стилей – от акварели до 3D. Планшет предложит несколько вариантов, и вы сможете выбрать тот, который лучше всего соответствует вашей идее. Это удобно для быстрой концептуальной проработки, будь то дизайн, иллюстрация или чертеж. А для тех, кто хочет улучшить фотографии, у планшета есть функция «Эскиз изображения», позволяющая дорабатывать изображения или портреты с помощью AI. Просто дорисуйте детали, и искусственный интеллект подправит изображение так, чтобы все выглядело естественно и профессионально. Это простой способ превратить обычное фото в нечто новое, будь то рисунок или 3D-графика. И напоследок, ассистент по расшифровке. Это полезная функция Galaxy Tab S10 Ultra, позволяющая автоматически превращать диктофонные записи в текст. Включается он через меню «Настройки» в разделе Galaxy AI. Ассистент создает текстовые расшифровки и сводки именно для аудиозаписи с диктофона, что делает его незаменимым инструментом для студентов, журналистов и всех, кто активно работает с голосовыми заметками. Еще один плюс – он автоматически определяет язык записи, но важно предварительно загрузить нужные языки в настройках. Таким образом, с Tab S10 Ultra вы получаете многофункциональный инструмент, который раскрывает ваш творческий и рабочий потенциал. Включайте Dolby Atmos, используйте контекстные действия для S Pen, экспериментируйте с искусственным интеллектом в заметках и рисунках. Этот планшет действительно готов помочь вам творить и работать на новом уровне. Удачи в создании шедевров и продуктивных дней. До новых встреч!